Красота и легкость движений, но за каждым элементом тяжелая работа. Химчанка Елизавета Татаева знает это не понаслышке. Воспитанница Центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой представляет химки на открытом фестивале «Новогорские звездочки». Елизаветы за право быть лучшей борются еще 460 гимнасток со всей России. Выступают как в индивидуальной программе, так и в групповой. Фестиваль собрал новичков, кандидатов и мастеров спорта по художественной гимнастике. Мне очень нравятся соревнования. Прям такие сильные в этом году получились. Приезжие девочки, очень много сильных. Но вообще выступила я хорошо, но есть еще над чем работать. Очень много работы. Много есть недочетов, что-то такое, надо усложнять программу, готовиться еще сильнее. Упорная работа дала плоды. Второе место в своей возрастной группе. Награждали юную спортсменку партнера фестиваля и представители администрации городского округа. В этом году победители получили ценные призы – планшеты и смартфоны. Другим участницам вручили памятные подарки. Особая гордость и особая честь – это то, что в городском округе Химки есть уникальный центр гимнастики, уникальный Ирины Александровны Винер-Усмановой, у которой каждая звездочка становится звездой мирового уровня. Фестиваль проводят в третий раз. Завершили программу показательным выступлением олимпийских чемпионок. Двух Анастасий – Близнюк и Татарева. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.